Agora sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é o misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, oh, samba cabo e chuta o legal. Bom, eu sei que eu vá querer que eu chegue no final. Oh, aria, yo, oba, oba, oba. Oh, aria, yo, oba, oba, oba. Oba, 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 oba. Oba, оба, оба. Оба. Здравствуйте. Ну, мы на самом деле не только петь сегодня приехали. Так как мы занимаемся музыкой своим любимым делом, мы еще и занимаемся педагогической деятельностью, то есть обучаем людей тому, что мы, на наш взгляд, умеем делать. То есть музыке, барабанам, вокалу. И более того, мы обучаем тех людей, которые уже либо окончили музыкальную школу и забыли это, либо которых в музыкальную школу когда-то не взяли, и они такие несчастные и обездоленные, продолжают жить и не знают, как творчески реализоваться. И вот появляемся такие мы, все такие хорошие, да, приходите к нам учиться и так далее, и так далее. Люди боятся заниматься чем-то вот, в плане музыкального творчества. Они считают, что у них нет чувства ритма, что у них нет голоса, нет слуха. Кто считает, что у него нет чувства ритма? Руку поднимаем. Немного. Около 10 человек. А сейчас человек 200 здесь. Всего 200, да? Да? Ну, нормально, то есть... На самом деле, какая-то часть там? 5% населения, можно сказать, считает, что у них нет чувства ритма. Это совершенно не так. И мы все-таки склонны считать, что здесь собраны не простые люди, да, которые уже стремятся к чему-то. И поверьте, если бы мы у другой аудитории спросили бы об этом, рук было бы больше. Обычно их бывает больше. А еще к этому приплюсовывается. А вы знаете, а мне еще медведь на ухо наступил. О, да вы счастливчик, батенька, у вас столько всего прекрасного. Может быть, здесь просто есть люди, которые не захотели признаться, что у них нет чувства ритма. На самом деле, чувство ритма есть у всех. Это чувство заложено в нас природой. Ну, друзья, чувство ритма вообще простая очень вещь. Вот давайте, может быть, вместе попробуем порассуждать. Сердце. Сердце у каждого есть и у каждого бьется. И оно ритмично бьется, согласитесь, да? У кого не ритмично бьется сердце? Ну, я чуть подлечиться и будет нормально, да. Ходим, ходим все ритмично, да? Ну, у кого-то бывают там проблемы тоже со здоровьем, но это временно. Тем не менее, даже хромые люди ходят ритмично, просто в своем ритме, немножко... Синкопируют. Да, чуть-чуть сбитом. Свингуют. Свингуют, класс, мне нравится это. Времена года. Меняются, и у каждого свой темп, у каждого свой ритм. И даже вот в этой постоянной смене, да, кто уже живет много лет, тот, наверное, уже заметил, тоже есть определенный ритм. Каждый год, даже если брать вот эти четыре времени года, как одну единицу, каждый год это тоже некий ритмический цикл, который постоянно повторяется. Может быть, человеческие отношения тоже стоит рассмотреть как ритмические отношения, потому что у каждого свой жизненный ритм, свой органический ритм, что ли, да, вот с которым мы рождаемся. А у моего мужа он совсем другой. А как с ним жить? А это возможно. На самом деле здесь очень важно и полезно умение синхронизации своего внутреннего ритма с внешним ритмом. Сегодня мы, надеюсь, попробуем это сделать. Попробуем несколько упражнений. И... Это барабан. Это барабан? Это барабан. А, ты уже хочешь. И это барабан. Да. И это еще два барабана. Давай вот это упражнение сделаем. Давай. Очень простое упражнение. Это барабан. Да, можем все произнести? Это барабан.
Ну, почти ритмично у всех, отлично. Задача произнести слово, два слова «это барабан» и на последнее «бан» ударить в ладоши. А давай мы будем произносить, ты будешь произносить, а наши друзья будут хлопать на последний слог. Ну ты тогда регулируй, да, это дело? Давай. Важно это сделать ритмично, да? То есть фраза задается уже в каком-то ритме. Мы покажем. Угу. Это барабан. О, я один такой ритмичный. Это барабан. Кто это сделал? Это барабан. 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 А ты не успел. Вот, смотрите. На простом примере мы сейчас показали, как можно синхронизировать свой внутренний ритм с внешним ритмом. В данном случае Евгения задавала его. Друзья, вот те 10 человек, которые подняли руки, честно. У нас, правда, всего 4 барабана. Выходите, пожалуйста, на сцену четверо. Не бойтесь, вот перед вами барабаны, настоящие африканские, их надо красиво обвив ногами пододвинуть к себе. Вот почему хорошо заниматься собственным ритмом именно при помощи барабанов, африканских барабанов. Потому что вот данный барабан, джембе называется, он развивает наше тело с обеих сторон. На этом барабане нужно играть обеими руками. И здесь нету сильной руки, слабой руки. Здесь нет левшей и нет правшей. Разучим два удара, с которыми будем играть впоследствии. Первый удар называется бас. Извлекается из центра барабана ладонью. После ладонь никак не выгибайте, просто вот такая мягкая, как будто шлепаете, вот, комара убили. Да, и ладонь отскакивает. Посильнее, это же барабан. Ну, тихо-тихо-тихо. Отлично, а теперь попробуйте по очереди обеими руками. Бум-бум-бум-бум-бум. Видите, они уже вместе играют. Правда, загоняют, но это у русских в крови, поверьте. Отлично. Это был звук бас, низкий звук. И второй звук, тон, он бьется по краю барабана пальчиками. Получается высокий звук. Да, посильнее, не бойтесь. Тоже обеими руками по очереди. Отлично. Да. Давайте теперь попробуем просто сыграть одну ритмическую структуру. Она называется уругвайский трансовый ритм. Звучит следующим образом. Бас, бас, тон, тон. То есть мы два раза бьем в центр барабана по очереди руками, а потом два раза по краю барабана. И закольцовываем это наше действие и наслаждаемся. Давайте попробуем. Я посчитаю, и мы начнем. Да? Раз, два, три, четыре. Бас, бас, тон, тон. Бас, бас, тон, тон. Бас. И эти люди считают, что у них нет чувства ритма. Это не подсадные, мы их видим первый раз в жизни. Просто споем африканскую песню. Ну вот просто, вы же понимаете, что... И похлопаем в ладоши ритмично. Африка — это самая ритмичная страна, наверное. Все корни оттуда ритма идут. Быстро выучим слова. Слова такие. Фанга — алафия, аше, аше.
Фанга, алафия, аше, аше. Там все просто. Это воспевание личной силы, себя на подвиги поднимая. Ну, просто такая вот песня силы всего-навсего. Фанга, алафия, аше, аше. Фанга, алафия, аше, аше. Все просто запомнили, молодцы. Девчонки, начинаем, вы присоединяйтесь. Поехали! Раз, два, три, четыре. Бас-бас-тон-тон, а мы можем хлопать. Панга алафия, аше, аше. 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 Все вместе. Фанга алафия, аше, аше. Фанга алафия, аше, аше. Соло! И последний раз. Панга алафия, аше, аше. Панга алафия. Спасибо. Аше, аше. И ритмично переходим в овации. Спасибо большое. И напоследок хотелось бы вспомнить великого африканского мастера Бабатунде Алатунджи, который говорил: в том месте, где я живу, принято считать, что ритм – это душа жизни. Все делается, все происходит в ритме. И когда мы выходим из ритма, мы попадаем в неприятности. Друзья мои, зачем нам неприятности? Давайте воспитывать в себе ритм. Он помогает не только в музыке, поверьте, он помогает нам в жизни. Спасибо большое, девушки. Спасибо. Вы стали сегодня настоящими барабанщицами.